дерево махровой сакуры. По пути домой снимаю видео. Хорошая солнечная погода. Птички поют. Махровая сакура цветет. На следующей неделе будут дожди. Пока наслаждаемся сакурой. Вот уже азалии зацветают. Сейчас покажу вам кусты азалии. Вот азалии зацветают. Приближу. На японском языке называется цуцуджи. Сакура уже отцвела. Это цветет махровая сакура. Красотка. Пышная. Вот такое дерево сакуры. И столько ветвей. Из этого сорта сакуры делают чай. Соленья. Добавляют в рис. Особенно смотрится красиво бутоны цветов сакуры в чае. Прекрасно раскрывается. Хорошо пить этот чай осенью, когда уже холодно, и вспоминать о весне и о цветении сакуры. Жизнь прекрасна и удивительна. Красота вокруг нас. И она внутри нас. Желаю всем здоровья, любви, благополучия, исполнения желаний и успехов во всем. Вот что я нашла. Лягушек. Изображение лягушек. Кто-то еще положил туда цветочек азалии. Вот отражение сакуры даже можно увидеть. Ну и мое отражение тоже. Даже скамейки украшены вот таким орнаментом. А здесь уже черепашка. Интересные скамейки. Интересный райончик. По пути домой нашли. Еще раз полюбуйтесь сакурой. Красота. Аромат у этой сакуры почти неуловим. Но нежный, тонкий аромат. Жаль, что через камеру невозможно передать аромат сакуры. Но зато можно передать красоту. Наслаждайтесь и любите друг друга. Всех обнимаю, люблю. До новых встреч. Махровая сакура. Очень красиво цветет.
Это при первом фестивале. Красиво.